Друзья мои, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. Вы как себя Нина и Вован. Да, вот сейчас отчитал его. Он сидит на меня, дуется, как мышь на крупу. Это ты дуешься. Да, конечно. В общем, ребята, у нас сегодня на ужин вот такая у меня камбала с рыбой. С рисом, точнее. В общем, короче, камбала с рисом у меня уже. Вообще. Че, ругаюсь? То, что вот пришли, да. Он говорит, ой, опять поздно едим. Конечно, да. А сам пришел и улегся на кровать. Да. Да. То, что кто-то в 8 часов ходит гулять. В 8 часов ходит гулять? Да. А ничего, что кто-то спит, блин, пока его не разбудишь, как сурок. Я бы встал в 3 часа, не надо. Встал в 3 часа. Угу. А я проснулся в час. Вот именно. И пока я все сделаю, блин, пока приготовлю, пока это. Угу. Он встал, покушал, оказал мне, так сказать, свое. Вообще, блин, что за человек, а? А мы же потом претензия. Говорю, пошли, поможешь что-то сделать, блин, в конце концов, порезать там овощи там или еще что-то. Ай, пришел вот с таким вот видом. Ну, потом не удивляюсь, почему поздно едим. Да. А стараешься, чтобы покрасивее, чтобы было. Может, ты не можешь. Сделать сама. Угу. Ты, блин, до хрена все можешь. В общем, злость у меня берет. Я сейчас не могу, у меня уже дома крышу рвет. Да. Не хочу. Мне уже надоело. Каждый раз что-то выдумывать, блин, что готовить, ходить по этим магазинам, вот это вот увольня. Все тяну сейчас на себе. Ну, да, просто да, уже устала. Вот прям все тянешь на себе. Повар, сейчас лучше молчи. Ну да, ну. Вот и молчи сама. Ну, ты ешь. Здоровье. Пойти в теле, дурацкие. А ну, рыбу хоть поем. Девочка, совершенно мне не хочет помогать. Да, 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 совершенно, блин. А что ты мне помогаешь? А что ты вообще делаешь-то? А, ну конечно, я же ничего не делаю. Давай тогда посмотрим, что делаешь ты. А? Давай просто сравним, что ты делаешь. А что ты сделал? А? Все. Пришел, включил кино. Угу. Я говорю, мы кино смотреть или покушать? Ты еще скажешь, что вот сидишь дома, нифига не делаешь. Да. Угу. Да? Да. Ну хорошо, скоро ты тоже будешь со мной сидеть дома. Что? Я тоже ни хрена не делаю, да? Да. Будем вместе сидеть. Да. А нафиг тогда ты мне дома, если ты нифига не делаешь. А все, я попросила. Говорю, пойдем. Что-нибудь это. У меня вот у меня зло берет. Вот когда я сижу, кручусь на кухне, там что-то пытаюсь как-то покрасивше, вот там бутербродики там оформить, там все выложить красиво. А он лег и вот так вот сидит, играется. У нас вот это изо дня в день. Вот тебе завидно. Да, конечно. Да, я тоже хочу прийти и лечь. Чтобы меня также позвали, блин, на ужин, все. Угу. Я пришла, поела, все. Мне бы хоть беседу какую-то предложил, что-то поговорил. Мне он сидит, будет молчать. Мужики, конечно, вообще. Даже хуже, чем детей. Да, да, да. Угу. Дети хоть маленькие, у них какой-то. К ним хоть какой-то. Да, угу. Да. А вот ты здоровый, блин. Да. Лось. А, ты тоже. Совершенно помогать не хочешь. Ничем. А если приходит что-то помогать? Да. Уж такое одолжение мне прям. Да, 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 такое одолжение. Вот меня вот это твой да-да-да бесит. Да. Угу. Ну просто, знаешь, целый день. То одно, то другое. Сегодня. Опять у тебя этот суп. Тебе нравится, да? Окей. Ты же бьешь себя в грудь, что ты повар. Давай готовь сам. Думай. Или зарабатывай столько, чтобы у меня не было бы мыслей, что приготовить, да. А просто заказал бы все. Да. Угу. А приходится как-то крутиться? Заказал, успел. Да. Тебе только все заказать. Приготовить-то никак. Ты себя тоже бьешь, что ты. Вов! Домохозяйка прям. Ты понимаешь, вот смысл в том, что хорошо. Я буду полностью домохозяйкой. Ты меня избавь тогда от всего остального. Чтобы мне не надо было работать там в интернете, да? Вот все остальное. Mm-hmm. А мне надо еще успеть все выложить, да? Да. Снять, поболтать, так сказать, выложить, да? И все сделать. Вот если бы ты зарабатывал прилично, да? И мне не надо было бы ничем заниматься. Да, даже, грубо говоря, вот выставлять себя клоуном. Да. Да. Вот я бы, может быть, и готовила бы, и спокойно бы. Да.
А так мне и тут, и там надо успеть. И сям. А ты от меня еще требуешь, чтобы было еще идеально все и так далее. Угу. Хоть что-то на себя возьми, например, зарабатывай денег. Иди найти высокооплачиваемую работу. Да-да-да. Да-да-да. А ты все, что можешь, да-да-да. А я ничего не делаю, да. А что ты делаешь? Я, блин, просто так, для мебели тут, да. Ну, иногда да. Угу. Вот ты сейчас пришел, что ты сделал? Лег на кровать. Дико устал. Может, ты даже готовый не можешь выложить. Хорошо. Выложу. Только ты тогда потом не выпендриваешься. Ой, долго, недолго. Угу. Пока ты болел, лежал, у них к тебе было снисхождение. Да. Потому что ты больной был человек. Сейчас ты здоровый кабан, лось. Конечно. И когда ты не помогаешь, угу, знаешь, я его не понимаю. Причем не помогаешь никак. Ни словом, ни делом. Ну, может, мне легче будет, если ты будешь просто сидеть на кухне, а меня развлекать. Да, конечно. Я, пожалуйста, все сама сделаю. Угу. Да. Ну, когда ты вот лежишь и отдыхаешь, ну, девушка, ну, нормально вот это, да? Да. То есть я тут бегаю, что-то делаю, вот лежит, нормально отдыхает. Угу. Да, меня это раздражает. То, что ты лежит, и нифига не делаешь. А уж тебе завидно. Да, я тоже хочу лечь и нифига не делаю. Нифига не делаю. Да? Ты и так нифига не делаешь. Я тебе сейчас как плоп фигакну. Вот, ей-богу. Прям вот даст там. Угу. Угу. Ова, а ничего, что ты все огурцы спорол? А я ни одного огурца не съел. А? Офигеть. Офигеть, да. Да. Ты снишь тут и возникаешь. Угу. Как больше. Жать ты, блядь, на первых рядах. Ты уж определись. Не определюсь. Может, тут действительно прислушаться к людям и выгнать тебя нахрен, и все. Да, да, да. Ну, поменяй свою жизнь. Вот, а я точно жизнь свою поменяю. Да, конечно. Ну, это будет то же самое, только сюда куча, он будет сидеть и раздражать. Будет еще подгонять. Он меня еще подгоняет. Да. Быстро ли, коротко ли. Тебя никто не подгоняет, так что не надо гонять. Ага. Угонь вот тут, угу, разводишь. Угу. Что ты мне сказал? Опять будем жрать поздно. А что ты пошел поздно гулять? Ну, ничего. Так. А почему мы поздно пошли гулять? Потому что-то лежит. У него надо пройти, да, квест. Да, конечно. Тот сидит и в телефоне копается. Да, потому что я работаю, Вова. Я отвечаю на комментарии. Офигеть, я стараюсь как-то, работаешь, блин, быть это, в центре внимания. Ага. В гуще внимания. А вот ты возьми тоже, ты себя в грудь бьешь, у нас общий канал. Возьми тоже, что-то поделай. Только потом сразу, я не знаю, я ничего не могу. Угу. Что-то поделай. Ну как деньги делить, так он первый. Конечно, угу. Что-то поделай. Ты, блин, все отобрала. Контент-мейкер. Что-то поделал. Все поделал. Ты все отобрала. И все хотела сама делать. Угу. Флаг тебе в руки. Уже толку от тебя ноль. Барабан на шее. Уже толку от тебя ноль. Угу. Угу. Не надо сейчас тут устраивать и себя, бедную овечку. Сок сейчас наливал. Даже сок умудрился разлить. Да, конечно. Да, да, да. Понимаешь, в семье должны каждый чем сидеть какую-то обязанность выполнять. Да, да, кто-то деньги зарабатывает, ага, кто-то готовит, угу, кто-то там быт ведет, понимаешь? Во что делаешь ты? Ты просто существуешь. Да, ты да. Угу. Ты меня... Время, как все люди уже полдня отработали, а ты только встаешь. Да, потому что спать я лягу тогда, угу, когда эти люди только это, угу, встают на работу. Вот именно. А я дома сижу. Да. Нифига не делаю. Конечно, я нифига не делаю.
Один ты заработал. Так сильно устал. Одну через три. Сегодня рассказывает. Говорит, вчера сидел, делать нечего было. Все фильмы пересмотрел. Да-да-да, конечно. Вот такой работничек. Все фильмы пересмотрел, да. Да-да-да, все фильмы пересмотрел. Не устал? Бедняжечка. Опять гонишь. Да, там, потому что я говорил не про себя. А ты там что делаешь? Работаешь? Короче, девочки, не знаю. Вот прям вот хочется как-то с позитива начать. Но вот человек просто вот пришел и лег. Да, ну вот да, бесит да, меня, конечно. Потому что он пришел и лег. Ну так и живем. Не бы помолчать, дать. Жене выговорится. Не, он будет свои 5 копеек. Да. Вставлять. Что типа, девка на меня гнать. Правда, на его стороне. Угу. Гнать на тебя. Угу. Он тебя никогда не гонит. Гонишь? Он, у тебя отец даже пироги печет. А ты что? Возьми, ты пад, чё? Пойди что-нибудь сделай сам. А я приду попробую. Угу. Угу. Ну, ты же переломишься. Я и так делаю. Угу. Чего? А ты приходишь и пробуешь. Да, прям, да. Конечно, так бывает. Угу. Вот если ты что-нибудь не... Вот. А под что ты потом пришел? Я его просто делал, он прибежал потом. Да, конечно, да. Ну что, типа? Ты же прибежал помогать? Нифига, не прибежал помогать тебе. А кто потом резал помидоры? А я не могу, у меня не 100-500 рук. Надо это наложить, это сварить, это сделать. Ну, в том-то и дело. Я всего лишь хочу, чтобы это ты вот... Это твоя беда. Да, что вот. Ты не можешь несколько дел сразу сделать. Да, вот такая плохая хозяйка. Вот я такая плохая хозяйка. Давай разведемся. Это я такая хреновая хозяйка. Вот не умею ни приготовить, ни выложить, ничего готовить. Давай разведемся. Найди себе идеальную. Кто-то детей родит, будет кормить, готовить. Только боюсь это, она с тобой не будет за 15 тысяч. Прежде чем требовать идеальности от человека, ты должен сам быть. Конечно. Соответствовать этому. Угу. Да. Как начинаем готовить, сразу бежит, иди делай. А что, ну так? Так. Прям заработался. Да. Угу. Только все тебе подготавливаем. Не забывай про это. Офигеть. Угу. А знаешь, там... Почистить луковицу, морковку одну. Офигеть прям. Вот ты мясо порезал. Прям заработался. Да-да-да. Так постоянно. Угу. Как идем готовить? Я остаюсь, готовлю, а ты где-то бегаешь. Что ж тебе такого идеального? Да, да, да. До этого никто да, конечно, мужья-то да. не взял. Да? Прям идеальный муж. Прям не знаю, куда пробу ставить. Прям весь идеальный. Да. Ни с одной бабой не ужился. Ну, конечно, угу. да. Угу. Подумаешь, вы тоже лирику других блогеров. Как говорится, лучше одному прям быть. Угу. Ты мужики нафиг. А уж этим делом можно всегда найти. Да, конечно. Угу. В конце концов, заработать денег и заплатить за это. Да. Угу. Да. Да. Благо сейчас для женщин есть любые да, да, да. нюансы. Да. Да. А ты вот нет, чтобы промолчать как-то, не знаю. Нет, будешь свою вот. Да. Угу. Так же, как ты. Угу. Чтобы не устраивало Гонева. Гонева. У тебя, блин, устроишь. Устал, бедняжка.
Так и живу. Стало уже. Надо куда-то валить, Настя. Я уже дома, у меня уже крыша едет. Я не знаю, что жрать, я не знаю, что готовить, я не знаю, что покупать. Дальше деньги там все курить. И все. Нет, у меня депрессия, походу, осенью началась. Мне все надоело. И ты в первую очередь. У меня депрессия, а блин, я виноват, да? Да, ты виноват, то, что ты не можешь побежать в тот момент, когда я прошу. Да. Я все же попросила, пойдем, пожалуйста, со мной, что-нибудь поделаю. Поможешь подготовить и так далее. Не устал? Сейчас иди отдохни обязательно, а то вдруг ты устал. Да. Пойду отдохну. Угу. Обязательно. Угу. Камбал шикарный. Тысячу лет камбал не ела. Вспомнила. Да. Вот тысячу лет камбал не ела, жирный. Ну, костлявая собака. Замучаешься. Ну, вкусно. Там только мелкий кусочек. Ничего. Краем то. А так? Одну крупную. Вот я тебя прошу, пожалуйста, вот мы пришли, вот сидите со мной рядом. Все, я буду все делать. Но только, пожалуйста, сиди со мной. Изображай заинтересованность в чем-то. Предложи лишний раз свою помощь. Ну, когда пришел, разлегся, и, как говорится, пузо кверху головы. Меня это бесит. А тебя все бесит. Да. Да. Нет бы там это, я, например, снимала, и ты это... Или на тебя одевался, ты не пришел бы. Ну тут я ничего не снимаю. Тут сиди, да, режь помидорку, конечно, никто тебя не трогает. Угу. Вот хочется капельку внимания. Угу. Девушки, я не знаю, как вы живете, все на себе тянете. Я не представляю. Ну, наверное, мужики у вас такие, которые обеспечивают вам полный уют и уверенность в завтрашнем дне. Да, тут нужно самой про все подумать, понимаете? Обо всем позаботиться. Все тут гоняют. Ну, не так сделаем. Иди в магазин-то. Там, наверное, все с мужиками ходят. Да? Да. За продуктами. Угу. Не все. Только тащат по 3-4 пакета домой. Угу. Да. Сами. Угу. Да. Сами тащат по 3-4 пакета. А муж, видать, в это время где-то денежку зарабатывает, чтобы они могли по 3-4 пакета таскать домой. Да-да-да. Или дома сидит муж. Ждет. Ну, чтоб ты дома сидел. А с тобой муж еще и по магазинам ходит. Ой, золотой человек. И гулять ходит. И деньги зарабатывает, и успевает. Ой, деньги. Да-да-да. И еще готовят, блин. Да-да-да. И, блин, сидит тут еще что-то. Гонева устраивает. Финальный сезон Гранд. Сейчас идет. А рыба балдёжная. Прям с таким удовольствием. Надо будет еще потом взять. Я тысячу лет камбал не ел. Вот реально тысячу лет. Прям в такой весе. Я тебя просто прошу, пожалуйста. Ты сейчас со мной посиди. Да. Угу. Да. Видишь, у меня крышу рвет? Да. Ну, послушай, прислушайся к моим. Да, конечно. У тебя постоянно рвет. Да. Вот такая я у тебя. Я же тебе говорю, если что-то не нравится, пожалуйста, найди себе идеальную. Да. Который будет заниматься домашним уютом, там туда-сюда. Все будет успевать. Ты знаешь, идеальных людей не существует. Точно так же, как я понимала, что я тебя беру не идеального. Но иногда хочется какого-то, знаешь, не жалуюсь. Стремления хоть каких-то. Да. Угу. Я не жалуюсь. Я просто пытаюсь тебя настраивать. Ты жалуешься? Да. Ну, жалуюсь. Да. Да. Угу.
Вообще, на самом деле, знаете, когда живешь один, когда понимаешь, что все зависит только от тебя. И готовка, и зарабатываем деньги, все-все-все только на тебя. Как-то легче вот это воспринимать. Когда вот понимаешь, что есть другой человек, но при этом ты все равно все тащишь на себе, угу. Как-то понимаешь, как-то, блин, что-то несправедливо. Да-да-да. Угу. А что, нет? Да, вот как-то несправедливо. Кто-то трачит с 5 часов утра, а, блин, кто-то только в 3-4 часа встает с постели. Ой, да-да-да. Вечера. Ага, потому что я до 5 часов утра тоже потрачу, скажем так. Или уж, Вовочка, кто на что учился? Или кому-то просто не без писа. Так же лежит и на телефоне копается. Вот, извини меня, кто на что учился? Вот ты учился на охранника, вот всю жизнь охранником будешь работать. А я могу себе позволить дом сидеть. Конечно. Ишь, мозгу хватает. Да. На все. Да. Только в одном слове две ошибки делать. Ой, как, ой, пипец вообще. Слышим-то образование. Ой, да, ой, молодец. Ну, блин, конечно. Кто ты? Ты. Угу. Вообще голос усуживает. Да. Вообще обалдеть. Ух ты. Я очень виноват. Я вот не знаю, как жить. Ищи себе, Вован, идеальную. Я вот идеально никогда не буду. Трескай. Ты как тебя монетизируешь? Он прям обжёгся. Съешь бутерброд. Не знаю, настроения нет. Ни на что нет настроения. Ну, человек берет и просто в душу населяет, и все. Вот так вот. Ладно, ребят, все. Я прошу прощения, то, что сорвалась. Сами понимаете, я тоже живой человек, и у меня улыбка не всегда бывает. Я иногда бывает плохое настроение. И вот на нем срываю, и на вас, на самых близких. Что ты выбросишь? Я всего лишь прошу лишний раз прийти и спросить. Нина, а можешь чем-то помочь? Обратившись ко мне по имени, назвав меня Нина. Ты боишься, что я скажу «да, помоги». Поэтому ты лучше лишний раз не лезешь. Да? Ты что, знаешь, что я тебе работу сюда найду? Как-то так. Ты будешь мне помогать? Да или нет? А, мы теперь в обиженку играем. Понятно. Ну, играю в обиженку. Вот так вот. Так и живем. Да. Да и все. Целей нету. К чему стремиться, не знаю.
Так живешь уже по накатанной. А человек даже вот не пытается как-то помочь. Вот даже... А, значит, понятно. То есть в прошлый раз я молчала, сегодня он молчит, да? Оставь свет, пожалуйста. А, ну молчи, молчи. Мы местами поменяли. Теперь он молчит. Давай демонстративно уйди за стола. Виляя жопой. В трусах. Давай. Ой, ладно, ребят. Все. Вроде поел, вроде мел. Отпустил маленько. Как еда влияет, да? Так вот. Все. Будет завтра новый день, новая пища. Как говорится, глядишь это, и полегче станет. Но выговориться иногда полезно. Лучше выговориться, чем держать это в себе, то в один прекрасный момент просто лопнуть. Так вот. Все. Люблю всех, целую. Он не любит. Он, видите, даже с вами не разговаривает. Выеживается. Увидимся. Всем спасибо, всем пока.